Работодателям, которые трудоустраивают безработных, стоящих на учете в органах службы занятости населения, будут возмещать затраты. Общий объем средств на одного работника составит около 50 тысяч рублей. Средства на оплату труда будет возмещать фонд социального страхования. Деньги будут перечислять частями. Первый платеж в размере 12 792 рублей поступит после того, как работник отработает месяц. При этом у работодателей не должно быть задолженности по заработной плате, уплате налогов и сборов. Данная мера поддержки будет востребована не только юрлицами, но и индивидуальными предпринимателями. Данная программа даст возможность трудоустроить как минимум 1000 безработных, которые длительно состоят в органах службы занятости. Одна из главных задач, которую должна выполнить программа – трудоустроить лиц предпенсионного возраста, женщин с маленькими детьми, инвалидов и выпускников вузов. Для участия в конкурсе работодатели должны оставить заявку на портале «Работа в России».